Урок 3. Режимы отображения объектов. При создании сцены и редактировании геометрии сцены, при отладке материалов и настройке параметров анимации необходимо иметь механизм управления отображением объектов сцены в видовых окнах. Для выбора режима отображения любого видового окна необходимо открыть диалоговое окно View Configuration и выбрать в нем вкладку Rendering Method, а затем поставить флажок напротив наиболее подходящего типа отображения. Smooth плюс Highlands. Сглаживание плюс блики. Сглаживание ребер между гранями и показ бликов. Wireframe. Проволочный каркас, образованный видимыми ребрами. Smooth. Сглаживание. Сглаживание ребер между гранями. Fades плюс Highlands. Грани плюс блики. Набор граней объектов с отключенным сглаживанием ребер и показ бликов. Faces. Набор граней объектов с отключенным сглаживанием ребер. Lit wireframes. Проволочный каркас, образованный видимыми ребрами с тонированием. Bounding box. Габаритный контейнер, описанный вокруг объекта параллелепипед, образованный плоскостями, параллельными осям локальной системы координат объекта. Кроме возможности независимо настроить отображение каждого из видовых окон в среде 3D Max, можно задать такой же режим показа для отдельных объектов сцены. Для этого следует нажать правой кнопкой мыши по выделенному объекту и в появившемся меню выбрать пункт Object Properties. Отображением данного объекта управляет группа Display Properties. Display as Box – показать как контейнер. Выбранный объект будет отображаться как проволочная коробка, независимо от установок отображения видового окна. Backface Cull – скрыть тыльные. Обратные стороны грани объекта не будут отображаться в видовых окнах. Edges Only – только ребра. Отображает только видимые ребра граней каркасных объектов. При выключенном состоянии этого флажка будут отображаться пунктирные линии и невидимые ребра. Vertex Sticks. Все вершины каркасного объекта отрисовываются как крестики, в противном случае как точки. Trajectory. Показ пути анимации объекта синей линии. Seat Routes. Полупрозрачность. Специальный режим отображения объекта, при котором он становится полупрозрачным и позволяет видеть и редактировать скрываемые им другие объекты. Ignore Extents. Не учитывать границы. Игнорировать границы объекта при команде Zoom Extents. Вся сцена. Vertex Colors. Цвет вершин. Служебный и редко используемый режим.